И в страшной, страшной комнате стоит страшная, страшная кровать. И под этой кроватью живет страшная, страшная... Мама! А ну быстро вылезли отсюда! Мама! Зачем ты нас так пугаешь? Мне чуть сердце не выскочило. Вам заняться нечем? Мы сами решим, что нам делать. Сами вы решите, каким средством пол мыть. Быстро взяли швабры и убирать дом. Живо! У нас не мама, а монстр. Это точно. Ах, значит, я монстр. Тогда забудьте про все подарки на день рождения, на Новый год и на все остальные праздники тоже забудьте! Ой-ой-ой, напугала. Че стоишь? Давай бери тряпки и ведра. Бесит! Почему уже ничего нельзя сделать в этом доме? Ну и где найти место, где нас никто не будет доставать? Кто вообще придумал слушаться маму? Нужно пожаловаться на этих людей. А вообще, места такого точно не хватает. С чего начнем уборку? С моей комнаты. Но если хватит сил, то и в твою, может, успеем. Эй! А что эй? Убирайся давай. Я вытираю пыль, а ты моешь полы. Бритни, а че я мою пол? Ну твоя ж комната, а я в своей помою. Ага, признайся, ты на меня швабру специально кинула, чтобы меня обездвижить и все мои шмотки забрать себе. Да твоими шмотками только полы можно мыть. Мама у нас злая какая-то. И чего ей не живется спокойно? Да она просто бесится, что папа ушел. Вот и все. А, хочешь мне отомстить? Ну сейчас у меня получишь. Не нарывайся. У меня браслет улетел куда-то. Я выиграла! Бум! Да-да-да-да-да-да! Фу! Как там грязно! И как еще там монстры не живут? Лучше бы тебя монстры утащили. Ну что, нашла браслет? А? Бритни! Что? А как я сюда попала? И где я вообще? Сладости? Эмма! Где я? Бритни, ну ты где? Это уже не смешно, Бритни! Бритни, ну ты где? Где? Ее что, реально монстры утащили? Бритни! Получается какая-то
тайная комната под кроватью. Получается так. А что ты делаешь? Видео снимаю. Это же нереально. А, ну да. А то вдруг все подумают, что мы сумасшедшие, а там хоть доказательство будет. Бритни, стоп. А где выход? Ничего не слышно. А что ты пытаешься найти? Выход! Тут, конечно, очень классно, много сладостей, но я хочу в туалет. Тут пусто. Тук-тук. Тут тоже пусто. Ты что, собираешься сквозь стены проходить? А что делать? Остаться тут вокруг сладостей? А как же мама? А как же она? Нужно выйти отсюда. А я не против тут остаться. Шкаф! Может, там выход? Шкаф! Да, конечно! Вылезли из-под дивана, залезли обратно в шкаф. Эмма? Вот, блин! Ты тоже глаза не можешь закрыть? Ага, не получается. Пора в школу. Че вы шары вылупили? Уже убрались? Мама, там тайная комната! У нас под кроватью! Ты через кровать залазишь, а через шкаф выходишь! Да-да-да, у вас везде тайные комнаты! С тараканами и горой мусора! Нет, ты не поняла! Ты залазишь через кровать, а выходишь в комнате мечты! Ой, все, сказочницы, дуйте в школу! Комната мечты! Моя комната мечты – это убранная комната! А деньги дашь? Деньги? А деньги в тайной комнате, которой нет. Так, все, досвидос. Эмма, идем. Я до сих пор в шоке. И что с ними делать? Про какую-то тайную комнату говорят. Ужас! Или, может, все-таки проверить надо? Нет, тут что-то не то. Нужно все проверить. Так, мне кажется, что это должно быть, по идее, здесь. Блин, ну что я делаю? Мне 35 лет, а я лезу под кровать. Спина! Ну и где комната? Нету тут ее! Так и знала! Обманули меня! И зачем я им вообще поверила? Паутина! Паутина! Они даже не убрались в комнате! Ну, я их накажу! Если честно, он вообще не очень. Ты про кого? Да про Зака. Ты видела? Тут жучок сидит. Болеть надо. Слушай, а может, расскажем этим о комнате? Может, не надо? Слушайте, короче, ребята, у нас в доме тайная комната! Эмма! Вот дурочка! Вы чё вообще? А поинтереснее ничего не могли придумать? Ну, что тут сказать? Да это правда! Мы под кровать залезли и вылезли в какой-то тайной комнате! Эмма! А потом вы еще упали с кровати и пришли нам лапшу на уши вешать. Ха-ха-ха! Блин, вот вы не верите? А Эмма все на видео сняла, все, сейчас покажу. О! Вот. И где? Вы прикалываетесь? Тут черный экран. Что? Бритни, а где видео? Ты его удалила? Я ничего не удаляла, да ты удалила, наверное, ты. Дубина! Все, отвалите! Нашли чем хвастаться. Даже не смотрите на меня. Я не знаю, верить вам или нет. Но все это очень странно. Луна, могла бы хотя бы подыграть? Ведь комната реальная. Надо всех позвать к нам. Тогда они точно поверят. Вау, вы хотите тусовку собрать? И ваша мама приготовит буррито, как в тот раз? Не, маму мы куда-то сплавим, а то она в последнее время какая-то без настроения. Фух, просто после буррито вашей мамы я ночевала возле туалета. Луна, можно без подробностей? Ну, как хотите.
Скорее бы закончились уроки. Я уже так хочу в ту комнату. Блин, если эта комната существует... Луна, она существует и точка. Ну и что за цирк они вообще устроили? Да вообще, комната под кроватью. Глупые, им лишь бы внимание привлечь. Девчонки, привет. Ой, мальчики, приветик, вы к нам? Ну, что вы стоите? Падайте к самым крутым девчонкам этой школы. Ага, а Бритни и Эмму не видели? Кого? Бритни и Эмму? Серьезно? Да, мы хотели с ними поговорить. Ах так, тогда не видели. Ну все, Хлоя, уходим подальше от этих противных пацанов. Давай пять, братан. Я же говорил, что это сработает. И мы прогоним этих куриц. Зато в Клэш Рояль порубимся. Запускай. Пацаны, пацаны, там Эмма и Бритни хочет нам комнату показать тайную. У них дома. Ага, ага. Мальчики, ну блин, вы какие-то зануды. Луна, не мешай, ну блин. Стой, у меня бой не закончился. Догоним тебя, получишь. Это ужас, как такое может быть в выпускном классе? Эмма, Бритни, из 10 заданий ни одного правильного. Ну, мы старались вообще-то. Ага, пытались списывать. Очень хорошо, очень. Мистер Джек, а у меня все отлично? О, Мэри, поздравляю. У тебя тоже F. Только и думайте о том, как накраситься и фото в Инстаграм выставить. Еще и за скидками в магазинах следим. Извините за опоздание. Очень срочные дела были. О, еще одна. Извините, простите. Луна, отдай телефон. Я вижу, у тебя какие-то важные дела, Луна. И эти дела стоят в проходе? Мы садимся. Детишки. Чувак. У вас на носу экзамены. Оценок нет. Только это не получил А. Чё? А вы точно мою работу проверяли? Это не. Все, молчу. Быстро достали тетради и записываем задание. У вас прям на глазах написано. Ничего не знаем. Знали бы вы, что у вас написано. Круто, что это последний урок с этим чудиком. Так, разговорчики! Наконец-то отдохнем. Бритни, мне кажется, или сладостей стало еще больше? Реально. Чего стоишь на летай? Да. Ура. Я мечтала. Бритни, я остаюсь тут жить. И я буду спать на киндерах и укрываться сладостями. Да. Еще чуть-чуть. Ой, нет, не могу. Ну, так не можешь, не ешь. А нет, уже могу. Я не поняла. У вас на обед уже полчаса. Вы от меня прячетесь. Я сейчас вас найду. Блин, мама, а как же мы устроим тусовку? А, она же дома. Так, нужно ее срочно куда-то сплавить. Я сейчас об этом не думаю. Конфеты. Последнее предупреждение! Блин, это мама, давай быстрее вставай, тетю! Нет, я не могу. Я наелась. Все, все, идем. Капец, ты тяжелая. Тащи меня в шкаф, я сама не пойду. Ну, давай еще чуть-чуть, почти получилось. Так, и... А,
Откуда ты вылезла? Оттуда. Ой. Привет, мамуля. А вы где были? В тайной комнате. Хватит брать матери! Никакой комнаты нет! Я проверяла! Что, мама? У нас только что сердце было в шоколаде, а теперь ничего нет! А ну быстро говорите, что вы от меня скрываете! И не врите! Не веришь нам? Тогда иди сама туда и проверь! Давай, мама! Вдохни в себя и пролезай! Двой! Давай, мама! Давай! Толкай ее! Толкай! Моя нога! Нога! Давай! Ты чего она в комнату не попадает? Не знаю. Может, только мы можем через кровать, а ее через шкаф. Да вы издеваетесь! Мама, полезай в шкаф! Ты должна это увидеть! Давай, полезай в шкаф! Вы меня напугаете! Ауч! Блин, мам, нужно же было шкаф открыть! Больно! Пойду лед приложу! Понапыдумывали тут фигни с этой комнатой! Ничего не понимаю! Надо извиниться! Из-за нас она долбанулась! Ты иди первая. Скажи, что всех ребят позвали к нам домой. Нет, ты сама иди. Как всегда я. Мам! Уходите, я не хочу вас видеть. Ну, наверное, сейчас не самый подходящий момент. Но никаких вечеринок в доме не будет! И не надейтесь! Мам, ну это не вечеринка, а просто... А просто наш директор на тебя... Запал. Что? Чё? Наш директор? Да, Бритни, наш директор запал на нашу маму. Ну да. А ну, поподробнее, пожалуйста. Ну это, он хочет поговорить про наши оценки. Но мы-то знаем, он тебе неровно дышит. Не может быть. Нет, ну я всегда замечала это на родительских собраниях. Как это? Он только про вас и говорил, какие вы отсталые. Ну, это он, наверное, меня так охмурял. Ну да, ты давай, иди к нему. Ага, такой ведь шанс, нельзя пропустить. Девочки, не может быть! Пойду наряжусь, обязательно срочно наряжусь. И... Пойду к нему, просто... Фух, ты бы хоть предупредила. Да не парься, я уже всем написала, чтобы все тулили к нам. Они уже на подходе. А кто-то объяснит? Эмма прислала сообщение, что всех ждет и покажет тайную комнату. Да, мне тоже такое пришло. Вы не понимаете, эти дурочки специально это сделали. Они ведь хотят просто привлечь внимание, типа у них там... Тайная комната. А я им верю. Такое может быть. Ого, странно. Никогда не слышал про такую комнату. А я вам говорила? Ну, увы, меня никто не слышал на перемене. Луна, ротик прикрой. Зачем вы вообще ее взяли? Идет, тявкает что-то. Тявкаю. А я давно хотел у девчонок побывать. А я уже был. Не понял. У меня кола через нос пошла. Не помогайте ей. Так ей надо. Спокойно, Мэри, спокойно. Дыши, все окей. Блин, девочки, да зачем вы этот цирк устраиваете? Эмма и Бритни покажут нам комнату. Я знаю. А я ставлю 100 баксов, что не покажут. А я ставлю, что покажут. Мартин, дашь долг $100? Готовься проиграть. Да ты что? Это ты готовься. Все, Энтони, девочки, пойдем. Короче, ты видела новый показ? А если мама не успеет свалить? Я переживаю. Ну что, девочки, как я выгляжу? Тебе правду сказать или соврать? Девочки, вы такие шутницы. Ну все, я побежала к вашему директору. Пожелайте мне удачи.
Здрасте! Все, капец нам! Ага, здрасте. Она, походу, их вообще не заметила. Ага. Ну что стоите? Давайте проходите. Быстрее. Ну что, давайте скорее раздевайтесь. Спасибо, конечно, но мы свои вещи в руках будем держать. Да, мало ли что может случиться. Но мы вообще-то хотели их повесить. А, удачи. О, Эмма, привет. А меня ты вообще не замечаешь, что ли? Привет, Бритни. Ну что, пошли, подожди. Подружки мои, я поспорила с девочками на $100. Если этой комнаты не окажется, с вас по $50. Давай проходи, Луна. Иди. Получай. Сейчас забью тебя. Отстойный ремонт. Фу, что за безвкусица. У моей бабки и то лучше. Ну что, кто готов первый пойти в нашу тайную комнату? Я хочу! Успокойся. Мартин, Энтони, идете? Давайте лучше без нас. У вас там свои девчачьи разговоры, а мы тут с Мартином фифу порубимся. Давай. Ладно, идемте, девчонки. Вы будете в шоке. Ага. Пошли. Вы свою комнату называете тайной? Офигеть, я так и знала. Хлоя, пошли отсюда. Подождите. Комната. Там. Где? Ну вот же. Проход в тайную комнату. Он под кроватью. Вы реально считаете нас тупыми? Сейчас все покажу. Ну, что стоим? Сказали же, лезь под кровать. Эй, а куда они делись? Девочки, стойте, я с вами. Эй, ау, девочки. Да, мы в комнате, давайте к нам. Чё? Нет, это бред. Но они не могли залезть под кровать и оказаться в комнате. Ну, походу, могли. Стоять, я первая. Офигеть! Не может быть! Она существует! Мэри, я к тебе! Вы куда? Вы меня одну оставили! Стоп! Я же, получается, $100 выиграла! Эй, Мэри! А ну гони бабки! Ну, Луна, как тебе? Вау! Конфеты! Мы тоже были в шоке, когда сюда впервые попали. Ага, а потом часа два ходили с выпученными глазами. Вау, это невероятно! А конфеты настоящие? Ну, конечно, самые настоящие. Офигеть! А где Хлоя и Мэри? А, так они вперед меня полезли. Наверное, поворотом ошиблись. Ничего не понимаю. Они же впереди нас полезли. А сейчас их тут нет, то они могут быть... Ой, да они где угодно могут быть. А, что это такое? Куда мы попали, Мэри? Ты что, не видишь? В тайную комнату. Это школьный туалет, Мэри. А я говорила, что никакой тайной комнаты нету. Короче, все, валим домой. Ага, точно. Ой. А где двери? А, двери? О, их нет! Нет, Мэри! Двери нет! Вы заперти! У меня боязнь замкнутых пространств! Подожди, Хлоя! Секундочку, я сейчас что-то придумаю! Ну, придумала? Ага. Хлоя! Вставай! Хлоя! Не падай в обморок! Хлоя, очнись! Хлоя! А прикинь, они в какой-то другой комнате. А может, они в комнате с деньгами или бриллиантами? Ага. Луна, а ты что думаешь?
Я думаю, вы сорвали джекпот. Я беру конфеты с полки, они появляются снова. Смотрите, круто! Ладно, давай насобираем конфет и отнесем мальчикам. Так, и это возьмем. Завидую я Хлое и Мэри. Они, наверное, там кайфуют, развлекаются. Ну и что ты думаешь? Думаю, где проход обратно. Только не говори, что нам придется лезть туда. Скорее всего. Фу, Хлоя, я не хочу туда лезть! А я не хочу здесь оставаться. Так что выбирай. Либо туда, либо нам конец. Ну за что мне все это? Так, все, начинаем. Так, это Джон на исключение. Как я долго ждала этого момента. Не понял. Я знала, что ты меня любишь. Вы кто? Мама Бритни и Эммы. А, вы пришли про оценки их узнать. Ну, что ж. Оценки мне не нужны. Мне нужен ты. Помогите, помогите. Я тебе помогу. Иди ко мне. Что вы делаете? Ну как что? Устраиваю свою личную жизнь. Моим девочкам нужен отец. Им нужны хорошие оценки. Но это само собой. Ну куда же ты, любимый? Куда? Ну где же ты, мой миленький? Нет. Хлоя, ты слышишь, что кто-то за дверью стучит? Ты же понимаешь, что двери тут нет? О, блин, я боюсь! Придется точно лезть в унитаз! Я отомщу этой Бритни и Эмме! После того, как мы вернем туалет, да? Ну не мой! Я сама не в восторге! Ну что уже поделать? Ой, давай, лезь первая! Покажи нам мастер-класс! Ух, прощай. Хлоя! Я не думала, что ты реально туда полезешь! Ну что, пойдем конфеты отнесем? О, а где они? Что случилось? Конфеты пропали! Чё? Это невозможно, девочки! Это какая-то комната чудес! Я вам отвечаю! Или это ты, Луна, их спрятала? Так и скажи! Это не я! Решила все на меня спихнуть? Успокойтесь! Что такое? Вы ссоритесь? Мы играли в фифу и услышали крики. Да это вот, Луна и Эмма. Комната! Это все она! И тогда с телефоном тоже все удалилось! Это магия! Комната? Серьезно? Не поверю, пока не увижу своими глазами. Тогда быстро под кровать все! Что? Куда? Туда, Мартин, туда! Ой, разойдитесь! О, видели, как надо? Давайте тоже, надо конфеты как-то собрать. Да ладно, оно реально работает? Я до конца думал, что это развод. Быстро под кровать! Энтони, знай, если что, ты был моим лучшим другом. Мартин, постой, я тоже иду. Эх, пацаны. Ну как девчонки? Ну что, пойдем? Отпустите меня. Только после свадьбы. Какой свадьбы? Я не собирался ни на ком жениться. Глупыш, ну а как же я? Пойдем, пойдем, порадуем моих дочек. О нет, только не это. Я, теперь моя очередь. Ребята,
мы тут как бы. Ой, а что это мы? Я в шоке. Она существует, как в сказке. Да, классная комната. Еще и с конфетами. Мы знаем, что тут классно. Тогда, может, устроим вечеринку? Давай туда музон наваливай. Теперь это наша комната для тусовок! Только Хлои и Мэри нету. Но, наверное, дома спят. Я так рада, что они сюда не попали. Таких, как они, нужно в зоопарке держать. Так, ты теперь мой будущий муж. Нужно все починить и переставить в доме. Но я не умею. Так, не начинай. Я отойду на секундочку. Алло, полиция? Я в заложниках. Приезжайте. Адрес Тимтиновская, дом 34. Приезжайте. Тут женщина. Кому звонишь? Маме. Хочу сказать, что у меня скоро будет жена. Я думаю, она обрадуется. А, ну ладно. Полиция. Алло, алло, помогите, приезжайте, скорее. Так, нужно починить шкаф. Нет. Да, становись вот здесь и будем что-то с ним делать. Там что, кто-то есть? В шкафу? Да нет, конечно, он вон, пустой. Добрый день. Ой, и вам добрый день. Ой, мамочка. Здравствуйте. Ага. Не могу вылезти. Вылезла. Здрасте и до свидания. Добрый день. Мистер Джек, неожиданно. Из шкафа? Так эта комната есть на самом деле? А почему я тогда туда не попала? Я тоже хочу! Джек! Смылся? Джек, я тебя догоню! Я найду тебя! Девочки, а давайте никому не рассказывать про эту комнату. Будет знать только наша компашка. Представляете, постоянные тусовки, и никто не сможет нас выгнать. Всегда о таком мечтал. Обидно, только конфеты выносить нельзя, а сладенького-то хочется. Вы офигели! Хлоя, Мэри, что с вами? Вы нас засунули в туалет! Это тайная комната, да? В туалет? Вы попали в туалет? Ага, это был ваш план, и вы на это ответите! Ага, и за то, что мы заняли в туалет, поговорим отдельно! Это не обязательно было говорить, Мэри! Так им и надо! В туалет попали неудачно! Это получается, ваша комната пускает только лучших друзей? Ребята, так круто, что мы с вами дружим! И так круто, что у нас есть эта комната! Ага, туда никто не попадет!